Ребята, смотрите сейчас видеоролик «Сайфа-лайк». Передает вам Николай Петрович Летунов. Меня тут знают 184 человека, нахуй, из нашего поселка. Короче, мент под окнами ходит. Попугай сидит на окне. Мент поганый. Он идет к хозяину, говорит, деньги плати. Вот заплатил. Второй раз проходит. Опять смотрит, попугай сидит, не сидит. Он опять ему, мент поганый. Он идет к мужику, хозяину, деньги берет. Третий раз тоже проходит, попугай опять сидит. Мент поганый. Он опять приходит, деньги берет. Потом, короче, это, мужик говорит, ну нафиг, я без штанов останусь. Взял попугай, отдал в церковь. Приходит к мужику, говорит, где попугай? Я пять раз хожу под окном, попугая нету. Он, да я в церковь отдал его. Ну, тот идет в церковь, приходит и говорит, скажи, что я мент поганый. Скажи, что я мент поганый. Попка сидит на жердочке, смотрит на него. Ну, скажи, что я мент поганый. Он говорит, истину глаголишь, сын мой.